здравствуй. Сегодня у нас с тобой второй тренировочный день на этой неделе и три упражнения, основных базовых упражнений. Это протяжка, это вторая фаза встановой тяги, тяга с плинтов и приседания, приседания в ножницы. Ну что, поехали? Что нужно делать? Протяжка разделяется на три вида ширины хвата. Это так называемый тяжелоатлетический толчковый, средний и рывковый. Мы сегодня возьмем штангу средним хватом. Что нужно сделать? Расстояние ног на ширине плеч, ручки свободные. Опускаемся вот в это положение. То есть таз не как в становой тяге, таз чуть повыше, но все равно движение начинаем с ног. То есть вот это движение начинается. Разгон штанги идет с ног. И наверх. Как разложить по движению, объясню сейчас наглядно. Сперва плечи, идет разложение, то есть ногами ускорились, идет удар в плечо, идет локоть вверх, идет кисть. И раскрываемся. Однажды на семинаре в Париже я объяснял, как правильно. Я говорил, бонжур. Нужно сделать бонжур. Поэтому сегодня мы делаем бонжур. Штанга идет вдоль тела. И опять же алгоритм ускорения. То есть ноги, спина, плечо, локоть, кисть и выход. Уже, собственно, фиксация штанги. Ну что, начинаем мы наше упражнение, как всегда, с 20 килограммами, с пустым грифом. Вот берем средним хватом, как я и говорил, и согласно всему, что я сказал ранее, поднимаем, распределяем нагрузку. Ноги, спина, плечо, локоть, кисть. Ноги, спина, плечо, локоть, кисть. И ноги, спина, плечо, локоть, кисть. Штанга постоянно идет вдоль тела. Штанга должна быть ближе точки опоры. От себя не отпускайте ее. 50 килограммов на штанге. Следующий вес. Также сконцентрировано. Несмотря на то, что вес на штанге еще, ну, довольно-таки небольшой. Поэтому делаем все по тому же алгоритму. Но уже, в принципе, можно делать и по 3 раза, что я сейчас и буду делать. Оно еще показывает, насколько ты гибкий. Потому что гибкость – это одно из важных физиологических качеств человека. Вес на штанге 70 килограммов, мой друг. Не знаю, сколько на твоей штанге, но я добавляю двадцаточку. Три подъема. Также разминочных. Ну что, 70 килограммов подняты, устанавливаем 90 килограммов на штангу. Это рабочий вес, который мы с тобой будем делать 3 подхода по 3 раза. Будут ли у нас меняться килограммы, подходы и разы? Конечно же будут, потому что мы соблюдаем тренировочную цикличность, и сегодня у нас 3 по 3, 90 килограммов. Могу. И ты, конечно, тоже сможешь в будущем ловить штангу, как я, если быть такой же крепкий хват, как у меня. Но это все тренировки и опыт, и время. Поэтому мы приступаем к следующему подходу буквально через некоторое время. Итак, мой друг,
Итак, мой юный друг, мой взрослый друг, разницы нет, ты сегодня со мной на моей тренировке, и ты на втором упражнении сегодняшнего дня. Это становая тяга с возвышений, так называемых плинтов. Используем наши старые лямки, вот эти вот две. Также привязываемся на ширину, ту, которую нам прописала наша антропометрическая составляющая. Ноги на ширине плеч, грудь высоко, ручки свободные. И все упражнение длится и делится, и продолжается, и начинается с ног. То есть распределение силы всегда идет с пола в ноги. Не руками мы поднимаем, а ногами. Оп, все. Грудь держим высоко, но ручки свободные, и работают только ноги. Оп. Штанга к себе, то есть не отпускаем ее от себя. Штанга постоянно весь путь ближе к точке опоры. Чем ближе штанга к точке опоры, тем меньше усилий нам придется затратить для выполнения этого упражнения. Ну что, добавляем. Итак, вес на штанге вырос на 40 килограммов. И ты, может, подумаешь, как так я начал без разминки. Нет, я уже размялся на упражнении протяжка, поэтому оставил тот же самый вес. Но уже сейчас я сделал шаг в 40 килограммов. Ну, конечно, с моей тягой на сегодняшний день 350 килограммов, шаг в 40 в разминке – это ничего страшного. Потом я тебе скажу, сколько нужно тебе делать шаг, если ты будешь тренироваться. А ты будешь тренироваться после того, что мы сегодня с тобой сделаем. Штангу не бросаем, потому что отрицательный, так называемый, негативный подъем, опускание, это тоже очень важно, потому что тренируются мелкие группы мышц, так называемые стабилизаторы, еще их называют супинаторы. И многие на это внимание не обращают. Поднял хорошо, а бросил абы как. Как говорится, умный теленок двух мамок ест. Поэтому поднял правильно, правильно опускай. В этом тоже есть залог силы и успеха. На штанге 170 килограммов. Ну что в этот момент я чувствую, когда подхожу? Да в принципе, я думаю только о тренировке и о весе. Ничто постороннее меня даже на этом весе меня не должно отвлекать. Потому что, еще раз говорю, залог всего процесса, в первую очередь, как и везде, это техника безопасности. А техника безопасности, мой друг, требует что? Внимание и дисциплины. Сколько нужно времени для восстановления, я уже вам говорил, пока не восстановится ваше дыхание. Добавляем. На штанге сейчас вес 210 килограммов, 20 сантиметров 10 килограммов, не больше, не меньше. Сколько это? С чем это сравнить? Ну, со временем узнаешь сам, с чем это сравнить. Когда, сохраняя тренировочную цикличность, ты дойдешь до этих цифр. Итак, самое главное, ничего не бояться. Ручки свободные, вот. Все, грудь поднята, спинка обтянута. Грудь высоко, спина, значит, прямая. И работаем ногами. Усилия в ноги, в пяточку. Вот, в принципе, и разница между 90, разница между 130, 170, 210 вроде бы неощутимая, ну, на первый взгляд. На самом деле организм начинает напрягаться, организм начинает бояться. А испуг – это такая вещь, знаешь, страх и испуг – две разных вещи. Если испуг есть, значит, можно уже не подходить. А страх боишься за что? Чтобы все было четко, чтобы не травмироваться. И самое главное – поднять и не обосраться. На штанге 240 килограммов. Я как человек, которого зовут в простонародье
знатоки, мистер Туфоти, потому что 240 килограммов в тяжелой атлетике я поднял больше всего, наверное, на планете Земля на официальных стартах. Вот сейчас уже ты начинаешь, что у меня в мыслях? Я стою, понимаю, что сейчас нужно уже понимать, в какой ты сегодня кондиции. То есть запланировал я 270 на три раза, три подхода. А вот по 240 я уже буду понимать, готов ли я сегодня на 270. Что для этого нужно? Есть ощущение зоны риска, там, так скажем. Зеленая зона, желтая зона и красная зона риска – это как светофор. Когда ты сам понимаешь, но это уже опыт, когда ты понимаешь, вот сегодня тяжело, ну, так скажем, по желтому, ты в зоне риска на желтый свет. Есть тяжело, когда ты понимаешь, что там уже где-то покалывает, там уже подтягивает. Поэтому, может быть, уже 200, на 240 я сейчас подойду и я остановлюсь на этом же весе, поработаю 3 по 3. Это нормально. Для чего тебе говорю? То, что ты запланировал у себя в голове, вспоминай пословицу. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому 240. И скакал он до утра, пока скакалка не сломалась. Конечно же, вот сейчас я чувствую, что все у меня идет нормально, все по плану. Тренировочная цикличность соблюдается. Также соблюдается режим дня, режим питания и режим сна. Поэтому сегодня я буду делать, как и запланировал, 270 килограммов, 3 по 3. А самое главное, что ты со мной. И на штанге 270 килограммов. Ну и может сейчас это для тебя выглядит как мечта. Тренируйся, тренируйся, пробуй, пытайся, экспериментируй, даже скажу. И все у тебя получится. А я подхожу к весу 270 килограммов. Тяга сплинтов. Тренировка второй фазы становой тяги. Видишь, все получилось, и у тебя получится. А у меня впереди еще два подхода и еще одно упражнение. Но будет и подсобка. А какое упражнение в подсобке, ты узнаешь чуть попозже. Мы переходим к приседаниям со штангой на плечах в ножницы. Третье упражнение нашей второй сегодняшней тренировки. Это приседания. Сегодня будем приседать со штангой на плечах в ножницы. Как это делает Михаил Кокляев, я прям покажу сейчас. И вот с этого пустого грифа мы с тобой и начнем, мой друг. В принципе, алгоритм тот же самый. Подлазим по штангу, кладем гриф на удобное на спине место и выставляем первую ногу удобную. У меня удобная нога, это правая. Встаю в ножнички. И вот грудь высоко, спина должна быть перпендикулярна полу. То есть она должна у тебя быть постоянно прямой. Потому что когда кто-то приседает, начинает наклоняться, это не тот присед. Нужно потерпеть, подержать спинку ровно. И приседаем в коленочку вперед. Раз. Качается у нас квадрицепс бедра правый. Делаем 5 раз. 3. 4. 5. Такая особая, обособленная, сконцентрированная работа на переднем пучке бедра, то есть на четырехглавой мышце. Также держим ровненько спинку и опускаемся. Раз. Ты почувствуешь, как у тебя тянется приводящая мышца противоположной ноги. У меня вот тянется на правой ноге приводящая мышца внутренняя. То есть она работает. Для чего мы делаем это упражнение? Мы укрепляем тем самым связочный аппарат наших коленных суставов, то есть крестообразные связки коленного сустава, связки коленного сустава над коленом, под коленом. То есть это такая
Работа для профилактики травматизма при работе на ноги. Ну, конечно же, много сюда ставить не надо на штангу. Это чисто упражнение для общей физической подготовки. Но все равно мы включаем это упражнение в раздел работы на силу. Ну что, сделал? Ставим 50 килограммов на штангу. И ты можешь заметить, что на прошлой тренировке мы делали присед на возвышение, сегодня мы делаем в ножницы, а на следующей тренировке мы будем приседать уже в полный сет. Поэтому не уходи, следи за моим каналом, подписывайся, ставь лайк, жми на колокольчик, и будет тебе пруха. Ну а я подойду в следующий подход. Также все, полтинничек только на штанге. Но мы стараемся все контролировать. Мы встали в ножнички, грудь держим высоко и опускаемся не вперед на колено, а чуть-чуть опускаем, сгибаем левую ногу. Может, вот так вот не надо делать. То есть колено до конца выпрямлять не стоит. То есть оно должно быть в таком в тонусе. То есть ты немножко амплитуду оставляешь не закрытой. Дальше. То же самое мы делаем и с противоположной ногой. Держим спинку. Самое главное, держи спинку ровно. Это очень важно, потому что если спина будет вот такая кривая, ту нагрузку, которая должна быть, ты не получишь. Сколько на штанге должно быть? Я работаю 70-90 килограммов максимум. Сегодня я поработаю 3 подхода по 5 раз с весом 70 килограммов. Ну ладно, красиво поставлю под замки, 75. Вес установлен. Ну и приступим. Опа, штангочку ровненько, чтобы она была, чтобы было все красиво. Кстати, следи за этим, потому что вот из этих мелочей складывается в целом в человеке дисциплина и порядок. А дисциплина бьет талант. Каким бы ты ни был талантливым, генетически способным. Хорошо, конечно, если у тебя талант плюс дисциплина, это олимпийский чемпион. У кого-то талантов этих нет, вот, например, у меня. Я всегда всего добивался дисциплиной. Могу хохотать, могу на гармошке играть, но тренировок у меня 5. В неделю. Понял? Следи за моим движением. Опять выходим в исходное положение. Спинка. Ровненько держим. Нога задняя на носочке, не на полной стопе. И опускаемся. Раз. Два. Три. По ощущениям могу делать 5, сделаю 3. Потому что нас с тобой ждет еще впереди еще один тренировочный день. А сейчас подсобка. Ну что, мой друг, все в твоих руках. И чтобы руки твои были крепче, держали все действительно в твоих руках. Мы будем сегодня делать дополнительное упражнение для укрепления кисти. Упражнение простое, и ты можешь со своими друзьями даже позарубаться в этом упражнении, кто сможет дольше покрутить его вокруг собственной оси как можно больше раз. А пока разминочное упражнение, такой разогревчик, который тоже укрепляет. Мы берем блин, мы берем диск и делаем вот такие вот обыкновенные движения. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Будет легко, бери блин потяжелее. А зарубу со своими друзьями ты можешь делать вот в этом упражнении. Оп, раз, два,
три, четыре, пять. А если еще вот так сделаешь, это будет вообще круто. Ну, ты так не сделаешь, пока не сделаешь. Укрепляй кисти. Три подхода по 20 раз. Вот таким вот способом. Три подхода по 10 раз вот таким вот способом. И, в принципе, все получится. И еще раз. Видишь, и я не смог. Надеюсь, ты за меня доделаешь это на следующей своей тренировке. Ну что, я надеюсь, тебе все понятно, все ясно. И уверен, что у тебя все получится. До скорых встреч. Увидимся в зале.